Человек устроен так, что у него вот есть две опоры такие. Вот. Тут, значит, внизу анус, гениталии. Тут все выходит. Здесь все переваривается. Тут все переживается. И сверху набалдажник такой. Круглый. И еще два инструмента. Там манипулировать что-то там. Ну, показывать, что я тут тоже не последнее лицо. Махать руками, стоять на ногах крепко, переваривать, испражняться ходить и думать о чем-то. Так. И вот харинама идет. И вот все эти двуногие люди, значит, они собираются. Скажите, что включается у них? Набалдажник не включается как раз. Он как раз не может понять вообще, нет аналогов. Вот как раз он отключается, набалдажник. Сердце, а как оно включается? Оно тоже не включается у них обычно, а почему оно включается на харинаме? Поскольку мы здесь с вами слушаем Рупу Госвами, Рупа Госвами проникает в сердце. Вот и все. И когда мы поем от имени Рупы Госвами, из этого сердца. Вот тогда они услышат. От сердца поем. Вы заметите, что если мы поем не от сердца, а просто из гуны страсти, как обычную страту делаем, люди не привлекаются сознанием Кришны. Мы уже делали такие вещи. Шоу. Никто не привлекается сознанием Кришны. Приходит совсем другой контингент людей. Они потом скажут, ну давай теперь Катюшу споем. А Шумелкая мышь сможешь спеть? Они все это, они просто не понимают. Они другим местом мыслят. Но если у вас есть сердце Рупа Госвами, Господь Чайтанья Махапрабху, Парампара, Прабхупада, они услышат святое имя. У них тоже есть сердце. Вы включите, если у вас есть заряд, вы включите это. Даже не говоря ничего. Как говорится, Матхья может словом убедить, но Утама просто появляется, и все поют. Даже такой уровень есть, видите, потому что это в сердце, сердце в сердце. Не думайте, что нужно быть очень умным человеком, чтобы проповедовать. Я пытался себя оценить, меня тестировали. У меня никаких способностей умственных нет толком. А милость какая-то есть. Вот и все. Не думайте, что мне нужно быть глубоко интеллектуальным и очень умным человеком, как ученый. Нет, не требуется это. Просто в сердце поместите эти ценности. Все, слова найдутся сами. Они могут быть простыми, эти слова.